Почему вы сейчас спросите, почему нет экрана? Потому что тут очень громко, я не знаю, вам будет слышно, поэтому я закрыла пальцем и вам говорю. Сейчас я в аэропорту, что мы ждем своей очереди. Вот, сейчас мы ждем, я жду очереди с моими родителями. Когда я сяду в самолет, я не буду снимать, потому что будет запрещено выключать телефоны. Когда мы уже влетим, я включу и вам сниму. Увидимся в самолете. Сейчас мы уже в самолете. Тихо. Вот сейчас мы уже в самолете. Сейчас мне надо выключить телефон, потому что сейчас мы будем взлетать. Я не могу снимать, как мы будем взлетать. Вот, столики. Кушать. Увидимся потом, когда мы уже взлетим. Сейчас мы пока что стоим. Удачи. Мне полет удачного. Ну что ж, еще раз привет. Я тут в самолете, уже давно летим. Я не смогла снимать, потому что мы не знали, можно ли снимать или нет. Мы сейчас спросили, и нам разрешили. Сейчас мы летим. Смотрите, что в окне. Мы над небесами. Сейчас мне только что принесли. Да когда облака были красивые, никак не снять. Нам сейчас принесли только что суп. Я заказала яблочко. Только что съели чипсы. Вот. И летим. Сейчас не очень красиво. Там было вообще классно. Хорошо, что мы хорошо взлетели. Все классно. Скоро прилетим. Скоро прилетим. Куда сейчас? Мы скоро прилетим. Нам ехать на тур. Лететь до 3 часа. Максимум. Я сейчас своим мишкой тут сижу. Я на нем спать сейчас не знаю. Мы взяли много конфеток. Сейчас покажу. Вот конфетки. Надеюсь, вам слышно меня, потому что я говорю максимум. Это, наверное, самолет это. Вот такие конфетки. У меня тут конфетки сосанки, чтобы уши не закладывая. И конфетки Хиллс. Хиллс. Люблю их. Я сейчас сок допью. Сейчас мы еще летим. Не знаю, вам слышно или нет. Так вот я тут сижу. А подушка. Это подушка спать, но я на ней не сплю. Летим сейчас. Что-то мне там отсвечивает, что я вам снимаю. Он такой же не изменился, не знаю, где я буду еще снимать, может быть в отеле, может быть, я не знаю где. Так что увидимся скоро. Сейчас мы только что повернулись, не успела я этого снять. Вот уже другой у нас почти. Там из-за облаков чуть-чуть уже лучше видно, не только небеса. Сейчас я принесла только что покушать. Разворачиваемся опять, все уже все синенькое. Такое ощущение вообще, когда разворот. Сейчас я принесу так, что покушаю. Не знаю, видно или нет. Сейчас мы уже прилетаем почти. Сейчас нам уже объявили, что в Анапе 30 градусов. Нам сейчас принесли вот такой вот подарочек. Это такой шарик надувной, чтобы в бассейне купаться. Мячик надувной.
Все, сейчас выходим уже. Ванада! Наташка, вот здесь шляпа. Не шляпа. Что, мам, выходим? Сейчас мы забрали вещи и идем. Продолжается регистрация билетов и оформление багажа пассажиров. Я ничего не вижу, потому что очень все темно для меня. Олега, выполни. Идем в такси. Ничего не вижу. Где тут? Потихонечку. Нужно ночь. Дуса, миллион гостей здесь. Миллион. Ну что ж, мы уже приехали в наш номер. Вот такой вот у нас номер. Папа, ты будешь спать тут? А я с мамой. Можно? Это еще не все. Здесь еще вторая комната. Раздевалка. Вид из окна. Не знаю, видно, не видно. Вот. Тут заходка, там туалет с ванной. И моя шляпа. Я пойду в бассейн! Сейчас снимаю рум-тур. Так, значит, мы заходим. Вот дверь, заход. Там у нас идет ванная комната. Душ, туалет. Тут коридор. Переодевалка. Далеко. Они на машине же. Но они, кто бы все знает, они... Моя. Мама с папой. Поселок какой-то. Ну, на машине, что, или нет, жизнь. 30 километров от моря. Телевизор. Ну, что тут есть Wi-Fi? Я буду радовать видео. Надеюсь, что их нет. Сейчас мы собрались. Мама куда? А, мы пошли смотреть бассейн. У тебя тут есть мумия-то за кладки? Кого? Сейчас я уже переоделась. Я в шортах. Еще жарко на улице, просто класс. Еще мы спросим пароль от Wi-Fi внизу. Я, может быть, смогу выкладывать видео. Наверное, смогу. Но если не смогу, хотя бы в соцсетях смогу сидеть. Мой Мишка. Смотрите, как прикольно. Три телефона. Зачем тебе телефон? Я выхожу, мам. Спускаемся. Спускаемся. Мы прям живем перед лестницей. Вообще классно. На третьем этаже. Мам, пошли. Пап, вы идете? И первый этаж. Сейчас. Лестница большая. Видите зеркало? Бассейн. Просто посмотреть пока что бассейн. Цветочки. Не знаю, видно из-за шляпы, наверное, не видно. Красота. Цветы вокруг. Цветы. Цветы. Одни мама. Иди хоть сейчас. Иди хоть потрогай. Бассейн. Иди потрогай ногу. А ногу ты там снимешь? И вот сюда нажимаешь. Нажимай. Шляпу, мам. А сегодня вдруг все снимут.
Скорее всего, в том, что он снизу. Ну так иди купайся. Все, пошли на улицу. Теплая. Сейчас будем кушать. Ждем, пока принесут. Да, детская площадка. Тут еще есть батут. Два батута. Буду прыгать в бассейн классный. Короче, за класс. Мы походили уже по всяким. Короче, я увидела, как у Ника Кика. Всякие эти длинные... парк аттракционов. Сейчас мы в парке аттракционов. Мне купили много бутылок. И лягушку. Мармелада. Мам, покажи. Тут лягушка. Когда никуда не заходим. Штучки такие. И еще пауки. Вот и все, мой влог подошел к концу. Всем пока, ставь лайки, подписывайся на мой канал. Я не буду выкладывать видео в этом отеле, потому что тут Wi-Fi вообще плохой. Даже видео не выкладывают, твои ВК никак не зайти. Короче, плохо все. И все, пока-пока.